ЧП в Караганде. На улице Костенко рухнул балкон. Находившиеся на балконе нанятые из собственников квартиры двое работников были госпитализированы в больницу, где от полученных травм скончались. Трагедия произошла на выходных, а уже сегодня специалисты из районного акимата рассказали журналистам, что упавшего балкона не выдержало крепление. Амина Смакова о подробностях ЧП. Дом на улице Костенко, 32 года. Около месяца назад владелица квартиры заметила, что на балконе появились трещины, и обратилась в акимат. Однако районные власти махнули рукой и сказали Светлане Говорлюк, что та может воспользоваться балконом дальше. А представители ДЧС обещали прислать по почте заключение, но активная хозяйка решила сама разобраться со своими проблемами и наняла рабочих. Для последних воскресенье оказался последним рабочим днем. Еще телевидение приехало. Мы закрыты, никого нету. А когда подойдет хозяйка, не подскажете, что мы снесли? Сегодня представители районного акимата уже отчитались перед журналистами. По их словам, у рухнувшего балкона не выдержало одно из креплений. Чиновники уверяют, мол, они советовали госпоже Гаврилюк разобрать балкон, однако последняя совета не послушала. При приезде на место обрушения было установлено, что с внешней стороны двора балкон на квартира номер 7 на третьем этаже обрушился. Значит, по данным ЧС, причина обрушения балкона поступила выход из паза одного из креплений. Как дела обстоят с другими балконами старых домов Караганды, чиновник ответить не смог. Кто понесет наказание, пока за ЧП, неизвестно. Амина Смакова, Марат Култенов, 1 Карагандинский.